Прошу, народный депутат Олег Царев. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Васильевич, ко мне как к народному депутату Украины обратились активисты общественной организации «Воля», которые предоставили убедительные свидетельства того, что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект «Техком», в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект «Техком» направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. Пообщавшись с активистами организации «Воля», я выяснил, что некоторым из них под видом специалистов по IT-технологиям удалось попасть на мероприятия, которые проходили в техкомпе. К их удивлению, под видом обучения особенностям использования современных медиа, американские инструкторы рассказывали об использовании социальных сетей и интернет-технологий для целенаправленного влияния на общественное мнение, активизации протестного потенциала с целью организации силовых акций на территории Украины, радикализации и борьбы за власть. В качестве примеров американские инструкторы проводили примеры использования социальных сетей для организации и управления уличными акциями в Египте, Тунисе, Ливии. Выпускники техкомпов сейчас активно проводят свои семинары по территории Украины. Всего было проведено 5 мероприятий, обучено около 300 человек, которые сегодня работают по всей Украине. Последняя конференция «Техком» состоялась 14-15 ноября в Киеве, прямо на территории посольства Соединенных Штатов Америки. Вы мне скажите, где еще, в какой стране мира неправительственная организация будет работать и проводить свои мероприятия прямо на территории посольства Соединенных Штатов? Это неуважение к государству Украины, к народу Украины. Я обращаюсь в правоохранительные органы Украины с таким вопросом. Не нарушают ли представители посольства США, которые организуют конференции «Техком» и представляют для их проведения дипломатические предприятия? Дайте завершить. Говорите. Декларация ООН 21 декабря 1965 года о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства, о защите их независимости и суверенитета, в частности статьи 1, 2 и 5. Я прошу считать мое обращение официальным запросом и провести расследование по вышеуказанным данным. Спасибо.